Всем привет! В начале 90-х годов имя Татьяны Марковой после выхода шлягера «Платье белое» знал каждый. Но вскоре популярность артистки пошла на спад, а других хитов у нее не было. Как оказалось, Маркова пропала, поскольку так и не смогла пережить личную трагедию. Ее сын Александр скончался от рака крови. Муж Виктор Марков, с которым певица прожила 25 лет, скончался в 2005 году. Даже спустя много лет после кончины наследника певица не может смириться с произошедшим. Она говорит, что живет ради дочери и внучки, но в то же время каждый день вспоминает о Саше. Татьяна Михайловна констатирует, внутри она умерла вместе с сыном. Позже, однако, Маркова начала время от времени появляться на публике. Ее дочь Валерия стала концертным директором матери. Это дает ей силы жить и творить дальше.